Мусор на территории, заброшенные здания, качество водопроводной воды беспокоит жителей лесного городка, в котором проживает более 9 тысяч человек. Начальник территориального управления Елена Морозова рассказала о главных проблемах. Среди них – обустройство подъездного пути к контейнерной площадке на улице Луговая. Весной и осенью туда невозможно подойти, потому что там месиво, и люди, в общем-то, бросают весь мусор, не доходя до контейнерной площадки. Нужно понять, сколько полотна необходимо сделать. Может быть, там еще добавятся фонари, бордюрный камень, тротуар, сама эта площадка контейнерная. И сколько это стоит? Кэшбэк за оплату коммунальных услуг – уникальная возможность, которая теперь доступна всем жителям округа. Мособоевт предоставляет при оплате через его личный кабинет. Это бонус, который выдается в виде скидок в различных сервисах. Ну, самые известные – это у нас Иви, Метро, СДЭК, Прок, Море ТВ. И кэшбэк за оплату коммунальных услуг предоставляется по картам МИР. Участники встречи обсудили реализацию президентской программы капитального ремонта школ и результаты работы по обращениям жителей в ЦУР. Эмилия Аракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».